Всем доброго времени суток, с вами Salter47 и это мой очередной видеоурок по флиппингу. В этот раз мы поговорим о таком элементе, как ледер. Выглядит он следующим образом. Ледер — это сложный элемент флиппинга, перед изучением которого рекомендую выучить Kiss Goodbye. Перейдем к выполнению ледера. Стартовое положение для этого элемента немного необычно. Обратный хват за опасную рукоять, но при этом большой палец и мизинец должны находиться по другую сторону рукояти от других пальцев. Вот так. Отсюда и начинаем выполнять сам ледер. Отпускаем опасную рукоять, одновременно с этим перехватывая безопасную мизинцем и безымянным. Немного раскачав нож, как бы закидываем его наверх, при этом отпускаем мизинец и перехватывая безопасную рукоять средним пальцем. Нож переходит в вот такое положение. Продолжая вращение, помещаем на безопасную рукоять указательный палец, убирая при этом безымянный. Далее безопасная рукоять должна сделать вот такой небольшой полуролл по указательному пальцу. При этом нам необходимо увести в сторону средний палец и перехватить безопасную рукоять большим. Далее уводим средний палец чуть ниже. Продолжая вращение, меняем большой на средний обратно. Вот так. Завершаем предыдущее движение рикошетом на указательный палец. Затем делаем то же самое на средний палец. Убираем указательный палец. Открываем нож. Вот и весь элемент.